Примерно вот так выглядит избирательный участок номер 1500 в Зеленодольске. Члены избирательной комиссии, которые выдают бюллетени, та самая заветная урна, в которой отправятся бюллетени. Одно из важнейших прав гражданина Российской Федерации, данной Конституции, это избирательное право. Я убежден, что в эти дни каждый гражданин Российской Федерации этим правом воспользоваться должен. Институт наблюдателей, он существует очень давно, и для того, чтобы показать и доказать людям, что выборы проходят честно. С нашей помощью, в том числе, мы надеемся, что люди будут видеть, как проходят выборы, будут доверять выборам и сами активно в них участвуют.